Привет! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о каштанах. Каштанах как простых, которые мы кушаем, покупая на итальянских улочках, гуляя. Кто из нас те, кто гуляет по итальянским улочкам, а кто не очень, тот просто идет в магазине, в любом супермаркете и покупает их и готовит дома сам. А также мы будем говорить про water chestnut, то есть водяной орех, который в основном растет у нас в Азии и является популярной едой в Китае. Что это? С чем это едят? И вообще, что за такое вот вкуснотень, а может быть и не очень, мы узнаем сегодня с вами вместе в моем видеообзоре о каштанах. Итак, те, кому это интересно, оставайтесь. Через несколько секунд вы все узнаете. Ну что, друзья, мало кто не любит или не пробовал простой каштан. Простой каштан, который очень популярен в Италии, набирал, конечно, обороты и становится популярным сегодня во всем мире. Этот каштан кушают как семечки, его можно купить на улице, как уличную еду. Из него делают массу абсолютно разных блюд, перетирают в муку, используют для выпечки, тушат с мясом. И едят просто, как я уже сказала, просто как семечки. Вот. Достаточно сытный, очень схож с обычным любым орехом, не содержит в себе сахаров. Оно содержит в себе очень хорошие калории, которые нас насыщают. Не нужно путать специальный сорт каштанов съестных с каштаном конским, который является несъедобным для человека, абсолютно невкусным и горьким. Не нужно сейчас ходить и собирать в парке каштаны, ну или когда там сезон, и жарить их, или парить, или в духовочке их делать, потому что это не то. А именно специальный сорт каштана, который можно купить в супермаркете, ну либо у знатоков, которые выращивают. Я, кстати, в преддверии подготовки к этому видео наткнулась на одну ферму в России, который парень, он выращивает каштаны. Причем он рассказал там целую интересную историю, что просто каштаны, те, которые именно итальянские, и в Америке, кстати, они тоже растут в теплом климате, в специальном, только там они могут расти, в средней полосе России там невозможно вырастить эти каштаны, поскольку, в общем-то, не позволяют природные условия, но они как-то, в общем, скрестили такой вот новый род каштанов, которые скрещивают, значит, вот этот итальянский с вот этим американским, который там, в общем-то, как-то противостоит вот низким температурам, и, в общем, получился вот такой сорт съедобный, и в России есть фермы, которые выращивают, короче, съедобные каштаны. Это было очень интересно узнать. Вообще, это, в общем, одно из таких вегетарианских лакомств, потому что это входит, в общем-то, этот каштан в ряд, стоит наряду с обычными орехами. И я таки купила, и я таки попробовала этот простой каштан. Незамысловатый в приготовлении. Что мы делаем? Единственное, что нужно проделать, это немножечко их замочить предварительно на полчаса перед приготовлением. Причем, знаете что, я вам порекомендую, не делайте сразу много. Вот, например, вы купили там какую-то горсть, мешочек каштанов, неважно. Не готовьте сразу, готовьте только такое количество, которое вы сможете съесть за раз. А поверьте мне, вы не съедите их много, поэтому вот при том, что я приготовила вот это количество, которое вы видите на заставочке, эти каштаны до сих пор у меня в холодильнике, прошло уже больше недели, я их уже ем, ну, потому что они стоят, их нужно съесть, понемножечку их подъедаю. Как снак прикольно, то есть вы можете, конечно, не хочется заводить там духовку или, я знаю, в сковороде можно делать, правда, есть специальные сковороды с дырами, но на простой сковороде люди тоже их делают. В общем, короче, советы, рекомендации, съешьте только столько, сколько вы можете. Это прикольно сделать, когда приходят гости, это прикольно, когда у вас большая семья и все возьмут по 2-3 ореха, съедят, потому что, поверьте мне, вы не сможете съесть больше, чем... Ну, я не знаю, 5 орехов, мне кажется, можно лопнуть. Они очень сытные. У них есть небольшая специфика вкуса, ну, приятная такая. То есть это, как знаете, похоже на вот орех, на заваренный орех.
То есть любой орех, который вы возьмете, миндальный. Для меня скорее больше на миндальный похож, если вы, когда его завариваете, да, вот такой вот вкус, только он более твердый, а каштан более мягкий. Вот примерно так. И он насыщает очень сильно, то есть вы его много не съедите, поэтому делайте только столько, сколько вы сможете съесть. И незамысловато мы его надрезаем, можно на крестик его надрезать с одной стороны, можно его просто по кругу срезать такую линию. И в духовочку буквально на полчаса. Почему мы надрезаем? Чтобы они не лопнули в духовке или в сковороде. В общем, одним словом, делайте их так. Еще итальянцы немножечко накрывают их либо бумажным влажным полотенцем несколько слоев, либо простым полотенцем. И оно, в общем-то, на достаточно приличной температуре, там 180 градусов, полчаса. Делайте просто водичку, можете добавлять, и они будут как бы полувареные такие получатся. Ну, в общем, классно, вкусно, мне понравилось. Но сегодня в видео мы с вами попробуем и сравним китайский орех, китайский каштан. Значит, чем он отличается? Вот, если обычный орех у нас растет на деревьях, естественно, то этот орех, он растет не на деревьях. Он растет как клубни, в клубнях, таких вот болотистой местности, внизу, в болоте. Картошка, да, только в болотистой местности. Выглядит он, знаете, как такой вот зеленый лук прямой, или у него листьев нету, просто такие, в общем-то, сухие, как стебли зеленые, торчащие из земли. И, в общем-то, является именно сытным сами вот эти клубни вот этого растения. В Китае это очень популярная уличная еда, их прям там на улице чистят и сырыми употребляют. То есть их можно приварить, там присахарить, из них точно так же делают муку и добавляют в разные блюда, мясные. Но их также, в отличие от вот наших итальянских, о которых мы поговорили, которые обязательно нужно готовить, эти не обязательно готовить, их прямо вот чистят на улице и прям вот, пожалуйста, кушайте. Что мы будем делать сейчас? Сейчас мы будем это открывать и кушать. Естественно, они уже почищенные и нарезанные, как вы можете видеть. Я так понимаю, что они просто в воде. Я понимаю, что они без соли, без ничего. Что у нас здесь в ингредиентах? Sliced water, chestnut water и кислота, citric acid. Значит, что? Ничего нету. Я даже не вижу, чтобы здесь была соль, поэтому они, скорее всего, будут безвкусные. Итак, давайте будем пробовать. Давайте сначала по запаху определимся. Запах, знаете, как будто вы открыли, вот как вы открываете овощи консервированные. Больше такой запах консервированной кукурузы напоминает. Ребята, при вас все происходит. Прямой практически репортаж с места событий. Итак, накалываем. Так, ну он хрустящий, он как будто, знаете, как, наверное, как редька, как кальраби. По ощущениям, как редис. Накалываете, он такой хрустящий. Он пахнет, как вот кукуруза консервированная. Знаете, сама мысль того, что это было под землей в болоте, у меня уже как-то немножко вызывает отвращение. Но если это, в общем-то, достаточно уличная, популярная еда, я понимаю, что люди это любят, наверное, это вкусно. Пробуем, хватит болтать. Господи, ни вкуса, ни запаха. О! Наверное, с солью это было повкуснее. Но, в общем, похоже, знаете что? Как будто ты жуешь редис, который долго стоял нарезанный в воде. И потерял все свои вкусовые качества. Наверное, больше на редис похоже. Но он не острый, как редис, по ощущениям. Если редис лишить полностью всех вкусовых качеств, вот это, наверное, будет очень похожий вкус.
О, я больше не буду это есть. Боже мой, какой ужас, как это можно есть? Как они это едят? То есть, смотрите, резюме. Кушайте итальянские каштаны. Смотрите, ребята, не то чтобы оно неприятно, оно нормально. То есть я как бы просто моя мысль от того, что это росло в болоте, мне как-то, да, знаете, не очень приятно от этой мысли. Сразу вспоминается, в общем-то, это растение на вид, как бы это его картинка из энциклопедии, да? И как-то оно мне не очень вызывает аппетит. Но если, в общем-то, добавить это как ингредиент, например, в салате, я сейчас вот представляю себе салат, в котором много ингредиентов, и есть также этот, каштан, так называемый, водяной каштан китайский. Если он разрезан не такими кружочками, а напополам, или вообще соломочкой, могу вам сказать, что я бы даже его присутствие не заметила, и он был бы, наверное, мне схож с кальраби или тем же каким-то что-то типа вот такого. Даже знаете что? Как типа дайкон. Вот, как типа дайкон. Был бы, наверное, схож. Можно было бы съесть. Но вот есть его просто на улице, как уличную еду. Говорят, что они его еще немножко сахаром посыпают. Я не думаю, что это бы улучшило как-то мой вкус. Но, в общем-то, смотрите, это тоже... Орех – это тоже часть еды, и особенно для вегетарианцев, я думаю, это тоже как вариант очень интересный для людей, кто питается здорово и полезно. Это вариант. Я думаю, что, в принципе, можно привыкнуть к этому вкусу. Нету ничего здесь противного. У меня, я говорю, наверное, скорее всего, просто ассоциация с тем, где это растет, идет больше. Наверное, это прикольно. Если найти способ, как это использовать. Пока что я вижу, что я могу это использовать только в салате. Ну, если мы покупаем это в таком виде, потому что я не видела, что здесь продается орех вот этот вот сам по себе водяной. Скорее всего, только салат или как в тушении с мясом. Это может быть прикольно. Да, у него есть хорошая ценность калорийная, неплохая. И, в общем-то, по разным штучкам другим, что здесь у нас еще есть. А здесь, ребята, сильно ничего и нету, на самом деле. Нет, нету никакой ценности, именно витаминной никакой. Калорий 30 штук на полстакана. На полстакана 30 калорий. Это и не калорийно, на самом деле. То есть, в принципе, это просто, как говорится, трава, которую вы можете употреблять в своей еде. Ну, так, чтобы прям я восторгалась, нет. Ну, как вариант для вас. Так что, прошу, любите жаловать. Китайский водяной каштан. До встречи, друзья. И пишите, кстати, какие продукты были бы вам интересны, чтобы я попробовала. Так что, ребята, делитесь. Пришлось ли вам в жизни попробовать обычный каштан, а также китайский каштан? Если, может быть, кто-то из вас его допробовал, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. До встречи, до следующих проб. Пока-пока.